как сделать картину в стиле минимализма, буквально из остатков краски. Сейчас я вам покажу. Я покажу на маленьком вот таком листе, но этот лист можно позже использовать как открытку, например, потому что она уже готового размера. Если вы хотите интерьерную работу в стиле минимализма, конечно же, берите большой холст или большой лист. Берем остатки краски. Вот у меня остаток красный был. Я нарисую несколько цветков мастихина. Можете брать и делать это же самое кисточкой. Ну вот мастихина мне хочется, потому что от этого появляется особый шарм и шик. Так, я рисую лепесточки мастихина. Видите, так как он протирается немножко, у меня получаются очень красивые разводы. Добавляйте, конечно же, желтого сюда, чтобы на кончиках цветок пожелтел. Вот так вот. Вот. И точно так же здесь. Маленький бутончик. И он желтый. Я специально так небрежно рисую. От этого и появляется вот этот вот неуловимый шарм. Берем потемнее краску красную. И можно даже с черной ее смешать. И вот так вот буквально кончик, низ нашего цветка делаем вот таким вот темным. Есть. Теперь берем маркер. И все остальное делаем маркером. Только делаем небрежно, подрагивая. Много-много раз проводим на одном месте, специально разветвляя нашу вот эту вот линию. Делаем цветка здесь. Вот такое соприкосновение. У бутончика тоже. Даже уплотнение сделаем. И побрызгаем чуть-чуть для пущего эффекта. Разводим немножко красочки красной. Капельку-капельку. Буквально, чтобы получилась такая акварельная. Не плотная акриловая, а акварельная водичка. Полупрозрачная. И побрызгаем возле цветка. Работа готова. Вот такая небольшая минималистичная картинка получилась. Можно подписать сзади и подарить как минималистичную такую открытку. Рисуйте с удовольствием. Пока!